Внимание! Мешает реклама, появляющаяся снизу. Просто нажмите на крестик в правом верхнем углу появившегося модуля. Спокойного просмотра. Здравствуйте, с вами снова Валерий Иванов. И, как я обещал, я получил карточку. IP Auto активировал ее. Вот такая вот карточка. Совершенно невзрачная, ничего примечательного. Сейчас я попробую первый раз при вас эту карточку вставить в терминал. Посмотреть баланс. И попробую совершить по ней покупки. И снять также наличные. Давайте. Запрос баланс по карте стоит $1, я напоминаю. Но мне интересно просто, в чем он покажет, в рублях или в валюте. Обслуживание невозможно. Прекрасно. Пойдем к другому терминалу. Снимай, снимай. Вот, пожалуйста, я запросил баланс и запросил баланс в долларах. Он мне вывел баланс на карте $889. Это как раз та сумма, которую я переводил. На перевод денег у меня ушли ровно сутки, рабочий день. То есть в течение одного рабочего дня деньги зачисляются, переводятся из бэк-офиса IP-аута на карту предоплачивания. Операция запроса баланса, я напоминаю еще раз, стоит $1. Часто я запрашивать не буду, но я сделал это для вас, чтобы показать, как это работает. Теперь давайте continue. Почему-то, когда я вставил карту, он начал со мной общаться на английском языке. Ну, пусть будет так. Cash withdraw. Давайте я заберу теперь. Ага, лимит снятия 7500 рублей. Всего лишь $250. Вот, то есть много по этой карте не снимешь. Дело в том, что лимит по карте снятия суточный $500, согласно тарифам карты, это порядка 17 тысяч рублей. Здесь примерно вдвое меньше, $250, ну, примерно 7,5 тысяч рублей. Ну, давайте снимем его. Хотя нет, смотрите, он предложил все-таки мне возможность выбрать самому сумму. Попробуем. Вы согласны с этим? Да, согласен. Ага, запрос слишком большой суммы, не позволяет. Хорошо, сделаем еще раз. Кэш виздрав, 7500. Максимальный лимит у меня. Ну, давайте, если 7,5. Пусть будет 7,5. Отлично. Слышно, как считаются деньги. То есть все на самом деле работает. Мне было интересно самому проследить, как это все происходит. Достали карту и достали деньги. 7,5 тысяч рублей. Прекрасная система. Замечательно, все работает. А сейчас я пройду в магазин и куплю какие-нибудь продукты по этой карте. Мне интересно самому все испытать. Работает, это на самом деле работает.
начать его. Все, вот так просто, легко и быстро, неважно, в какой стране мира все это делать, это все работает. Можешь снимать деньги, можешь совершать покупки и работать в проекте Arjun Global Network. Это просто чудо. С вами был Валерий Иванов. Пока-пока. Материал оказался полезным и интересным? Нажмите «Мне нравится» прямо под видео. Оставьте объективный комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы в числе первых получить самое свежее видео. Благодарю.